Здравствуйте, предлагаю вместе посидеть вечерочек, скоротать за игрой Клондайк. Клондайк, Android-версия. Очень-таки довольная игрушка, поверьте, сильно затягивает, ну, по крайней мере, мне. Мне так зашла аж бегом. Нравится, передать не могу. Так, давайте мне энергию. Так, иногда просмотрим рекламу, получаем приятный бонус. Обменять. Так, есть еще что менять? Нет. Ну, тут вот у нас есть покамесь. У нас тут произошел, скажем так, инцидент. Наши все свиньи сказали до свидания. Зови других. Сейчас позовем. Только сначала посадим пшеницу. Но пока я тут на территории, садим пшеницу. Будем уходить кукурузу там или еще что-нибудь. То, что подольше. Пока мы тут занимаемся домашним хозяйством, проверяем наличие крупного рогатого скота, курей и всего остального. В общем, живность. Вот наши свиньи сказали до свидания. Ну, я обещала за ними скучать. Так, 21. Ну, это уже что-то вообще ж не было. Так, тут у нас ни о чем. Тут у нас ни о чем. Подождите. Ну, это я делать не буду. Все. Так, в общем, где как, ну, ходов добавили. В принципе, можно возвращаться в чувством полного долга. Ну, сначала давайте уже реально посадим, что ли, чего-нибудь этакое. Например, кукурузку. Очень уж она нужна на нашем временном острове, чтобы рыбку ловить. Так, о, как раз как все удачненько слаживается. Поехали. О! 200 звучит. Яблок нету, печалька. Ну ничего, как-нибудь. Стоп, никто никуда не идет. Всегда надо делать нитки без остановки. Делаю. Поверьте, у меня нету такого прям стратегического запаса, если честно. Итак, тут у нас по заданиям тратим кукурузку, делаем приманочку. Две есть, надо три. Ну, задание вообще ни о чем. 550, сами видите. Все начатое, все в процессе. Этих две вообще осталось. Ага. Че, три. Ну ладно, три. Кабанчик, ты чего хотел? Ой. Коробочка. Это одна из четырех. Ладно. Будем знать. Так, нам открываем приманку. Чуть-чуть кормушка. И подарочек. Тихо. Никто ничего не это. Мы только аккуратненько подарочек. Их надо 40 штук. 40. Но столько нету. Ладно. Я так понимаю, что этот камень я буду убирать обязательно, да? Думаю, да. Я начну вокруг него травой гулять. Я еще больше нагуляю. Ха! Обман зрения не помогло. Ладно. Тут со всех сторон все есть. Вот. Первое получено. Ну, не то, что хотелось бы. А это что? А, это что-то новенькое. Ладно. Все. Орехи. Это какие-то там, что-то я такое видела. У меня еще... Вот, их 9 штук. Ладно, мне вот это надо раскопать. Пень. Еще на это надо энергию потратить. Ой, еще такая же коробка. Кстати, они заканчиваются. Это радует. Хоть что-то у нас. Ну, в общем, энергия закончилась раньше, чем коробка. Печалька печальная. Так. Дяденька. Дяденька был немножко счастлив, но не совсем. Ого-го, дяденька, нам тут до тебя еще идти и идти. Ладно, зато у нас может состояться рыбалка. Поехали. Так я люблю сапоги ловить. Кто бы только знал. Хлебом не корми, дай сапог поймать. У меня самое большее было 200 с чем-то очков. Ой.
Чуть было не поймала свой любимый сапог. Видишь, какие они добрые на сапоги. Дают и дают, берите, говорит. Мне каждый день такой праздник сапоги раздают. Ага, опять сапог. И еще на этом. Вот, видите, больше всего было 227. Это мой личный этот рекорд. Так, рейтинг. Ну, нахожусь я пока здесь на первом месте. Но еще один день. 11 часов. И все еще может в корне исправиться. Сижу, жду. Ускорялок нету. Чтобы сделать еще немножко энергии. Чтобы мы с вами пошли. Еще чуть-чуть благополучно почистили. Так, какие-то осталось у меня уже тоже тут сейчас. Сколько? 10. Яблок нет вообще и всего остального тоже. Ну ничего, сколько есть, столько и. Так, поехали, приехали. Что мы тут убирали? Ой, все тоже. Так, пучочечек ждет. Надеется и верит. Ой. Нам так крути-верти. Все равно сюда надо. Эти две возьму. Может откроется с двух сторон. Ага. Так оно и вышло. Хотелось бы хотя бы эти подарки уже собрать. Ну, чтобы понимать, как этих 40 подарков засчиталось еще раз продвинуться. А где-то я продвинулась только что. Вот. Ну, особо не помогло. Мне для этого еще надо. Ого, сколько этих подарков. Вот так. Если что. Помогло. Ну что? Теперь шагаем дальше. Между прочим, когда мы это открывали, видите, все. Мне еще выйти водоемчиков надо 6 штук. Всего-навсего. Так, поехали. 18, 16. Уголек хочу. Ой, хочу уголек. Так, это собрать. А вот еще орехи, которые тоже таки надо. Опс. Так. 17. Где я их столько возьму? Или 40, то это вообще что-то с района фантастики. Ну, еле пошла накладывала этой энергии, которой уже нету. Свинюшку нашу одну прокормила. Ну, ничего, главное результат. И свинюшка сыта. И к нам пришла энергия. Я, наверное, делаю ошибку, да, двигаясь в этом направлении. Давайте вот так. Я там вижу еще один источник. Воды. Ха-ха, он не хочет открываться. Ой, открылся. А подарков тут, ну прям. Кстати, эти штуки один раз только или два раза использовала. Ну, потому что на них энергии тоже жалко, если честно. Так. И вот еще. Ой. Тоже красота неописуемая. Так, я так поняла, проход где-то вот так. Типа нам сюда. Или вот сюда. Ну, 10, у меня 9. При любом раскладе не хватает. Ха, продвинулась чуть-чуть. Сейчас откроем. Так, и на ентом. Ну, все, да? Вот это, пожалуйста, нет? Какие жадные, кошмар какой. 18. 24. Тут подарок светит. Светит, и но не греет. 16. Ну, в общем, на этом мы пока мы с вами заканчиваем. Потому что потом тут тоже подарок светит и не греет. Где мой дядька-помощник? Где-то пошел на. Ой, мужчина, я вас ждала. Как бы нам так встать, чтобы он нас обрадовал. Вот сюда, наверное. И очень сильно надеется. Мужчина, я вас ждала. Короче, пошел он только с телефона, бахнул там, где не надо. Где-то вот тут. И нигде ничего не видно. Печальный мужчина. Совсем неинтересный. Так, 5. Совсем не помог. Ладно. Будем делать сами. Кстати, рейтинг. Ну, пока молчат, но могут начать бежать. Рыбалочка мне пока не светит. Энергии тоже нет. Мужчина прошел мимо.
что-то такое. Поэтому, кстати, тут тоже я что-то ошибалась. Я думала, что тут быстренько наберу хотя бы 30%. Ничего подобного. Надо хотя бы что-то открыть полностью, наверное. Тогда оно появится. У меня, видите, 125 из 589. Да уж, печальная печалька. Ладно, бывает. Ну, на сегодня видео заканчиваем. Пока-пока.